Украина. Мы ее сегодня вручим господину Дитоку. Но я уверен, что он, конечно, как все бендеровские недопитки, побоится выйти. И тем не менее, мы попытаемся передать вот эти атрибуты нечистой силы, чтобы он улетел в эту ночь далеко-далеко, где сегодня будет шабаш дьяволов и прочей нечистой силы. И, друзья, сегодня мы отправляем на этой метле, в этой ступе Тикнебока, к чертовой матери они полетят из Севастополя, и к чертовой матери они полетят из Крыма. Сегодня мы говорим нет фашизму, сегодня мы говорим нет националисту, нет Тикнебоку, нет свободе, давай бандеровщину за Севастополь, за Русь святую веру православную мы здесь стоим. Друзья, мы передаем атрибуты нечистой силы для того, чтобы господин Тягнебог немедленно сел в эту ступу, помахал метлой и улетел далеко-далеко. Куда-то, знаете, далеко лучше за Бугор, в кроны своим друзьям Бендере и Шухевичу. Полегоньку. И толкаться! Реверс! Давай, спокойнее!
Объясните прессе, почему забирают? Они задержаны люди. Я депутат городского совета, я требую ответить мне, на каком основании задержаны люди? Есть сотрудники правоохранительных органов? Вот он бегает, молчаливый. Это вы сотрудник? Да, ответьте, на каком основании задержаны люди? Всем ответ. Да, ребята, вот он пошел, вот, да. Фашист не пройдет!